Ребята, я, кажется, нашел выход. Что там у нас? Сыр. Возьму-ка его себе. Вдруг захочу поесть. Ну что, все в сборе. Твой гур меня, отец тоже. Еще ты-то со своими друзьями. Настало время мести. Еще какой еще такой мести? Еще тут буду тебе тут объяснять. С вами разберется мой питомец Джерри. Он может быть заражен мышиным тифом и даже чумой. Поэтому, Джерри, фас! На, лови! Все, хватит! Настало время мести! Извини меня, сынок, что я с тобой такое делаю. Ничего, отец. Прощай. В смысле? Ах ты тварь! Что за пиканье? И куда он исчез? Кажется, тут все взорвется. Надо Егора спасать. Ребята, вставайте сзади. Я вас защищу.